Здравствуйте, это программа «Город С», я Елена Чернявская. Информация об отмене ЕНВД вызывает жгучий интерес бизнес-сообщества, так как этот режим налогообложения применяет большое количество представителей малого и среднего бизнеса в стране. Конечно, этих людей не может не волновать ситуация с изменением их статуса налогоплательщика и уж тем более вполне возможным увеличением налоговой нагрузки. Так с чем же связано решение об отмене ЕНВД? Вот на эту тему я говорю сегодня с начальником отдела налогообложения юридических лиц Гульнарой Римовной Хасаншиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашим уважаемым налогоплательщикам в первую очередь, какой же режим налогообложения можно предложить вот в качестве замены ЕНВД? Ну, в самом деле, с 1 января 2021 года у нас система ЕНВД уже окончательно перестает существовать. И, собственно говоря, все остальные налоговые режимы, которые у нас прописаны в налоговом законодательстве, они остаются. Но в первую очередь это, конечно, общий режим, который подходит всем налогоплательщикам, как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Более того, у нас есть целый ряд специальных налоговых режимов со льготными условиями, которые также подходят как ИП, так и юридическим лицам. Юридическим лицам в качестве альтернативы ЕНВД можно применять упрощенную систему налогообложения, ну и единый сельскохозяйственный налог. Угу. Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога, если они осуществляют сельхоздеятельность. Для индивидуальных предпринимателей у нас выбор системы налогообложения, он гораздо шире. Включает в себя как упрощенную систему налогообложения, причем она делится как на доходы. Объект налогообложения может быть как доходы, как и доходы минус расходы. Так. Система налогообложения, патентная система налогообложения и относительно недавно введенный у нас на территории Самарской области это новый специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. Да, об этом обязательно поговорим подробнее. Скажите, пожалуйста, а почему же решили отменить-то ЕНВД? Но система ЕНВД у нас была введена еще очень давно, в 2003 году. Да? Она устарела, да. И для того, чтобы администрировать такие трудно контролируемые на тот момент времени виды деятельности, была введена эта система налога на вмененный доход, которая, собственно говоря, не учитывает никакие фактические показатели деятельности. Она не зависит ни от выручки, ни от прибыли налогоплательщика и базируется на физических показателях, базировалась на таких, как площадь торгового зала, допустим, либо количество работников у налогоплательщика. А на настоящий момент у нас современные технологии налогового администрирование, также цифровые технологии, которые все больше внедряются в нашу жизнь, позволяют налоговым органам осуществлять контроль и за такими видами деятельности тоже. Скажите, пожалуйста, а как же вот налогоплательщику выбрать наиболее приемлемый для него режим налогообложения? Вот вы сейчас перечислили несколько пунктов. Помогите разобраться, какой лучше, какой подходящий, какой удобнее. Выбор системы налогообложения у нас зависит от многих факторов и осуществляется в добровольном порядке. Для того, чтобы определиться с системой налогообложения, в первую очередь нужно знать особенности этого режима, потому что у специальных налоговых режимов у нас есть ограничения как по численности, так и по выручке. И поэтому для того, чтобы определиться, нужно в первую очередь знать особенности своего, конечно, вида деятельности, да, и особенности той системы, которая у нас есть. У нас на сайте ФНС России можно... Есть интерактивный специальный сервис, который называется «Выбор системы налогообложения», который позволяет при введении туда определенных параметров определить наиболее выгодную для себя систему налогообложения. То есть это не составляет труда, и на сайте ФНПС можно все это выбрать? Да, да, на сайте ФНС все ФНС, это есть. Да. Да. Хорошо, спасибо. А у нас есть видеоролик, который, я так думаю, что сейчас будет также в помощь предпринимателям. Давайте посмотрим. Вы занимаетесь бизнесом и хотите узнать, какой налоговый режим вам подходит? Ответ на этот вопрос вы можете найти в специальном сервисе на сайте налог.ру. Выберите, кто вы – индивидуальный предприниматель, представитель юридического лица или физическое лицо. В зависимости от вашего выбора, сервис предложит вам подходящие налоговые режимы –
Дополнительно вы можете указать особенности ведения бизнеса, размер годового дохода и количество наемных сотрудников. От этого также зависит список доступных вам налоговых режимов. Обратите внимание, что налоговый режим «Единый налог на вмененный доход» отменяется с 1 января 2021 года. И если вы его используете, выберите новый режим. Для каждого режима предоставлена информация и подробная инструкция, как на него перейти. Если вы хотите получить более подробную информацию и рассчитать примерный размер налоговых платежей, то воспользуйтесь сервисом «Налоговый калькулятор», выбор режима налогообложения. Ответьте на вопросы, введите суммы дохода и расходов, количество наемных работников и расчетный период. Сервис предоставит расчет сумм для каждого режима налогообложения. При этом, если вы используете патентную систему налогообложения, то для расчета налога необходимо дополнительно указать субъект Российской Федерации и муниципальное образование, где планируете вести бизнес, а также вид деятельности и количество наемных работников. Обратите внимание, что сервис рассчитывает налоги по максимальным ставкам, и реальные суммы налогов в конкретном субъекте Российской Федерации могут быть меньше. Сервисы простые и удобные. Пользуйтесь! Вот как налогоплательщику ЕНВД с 1 января 2021 года, как вы уже сказали, перейти на другие специальные налоговые режимы? Существуют ли на какие-то специальные сроки для перехода режимы? Да, об этом не нужно забывать, потому что если налогоплательщик ЕНВД до определенной даты не подаст заявление на применение специальных налоговых режимов, он будет считаться перешедшим на общий налоговый режим со всеми вытекающими отсюда последствиями. Который ему, возможно, и неудобен, и не нужен. Совершенно верно. Поэтому нужно не забывать о сроках перехода на специальные налоговые режимы. И для каждого специального налогового режима они свои. Вот для того, чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения или ЕСХН, нужно подать заявление в налоговый орган не позднее 31 декабря 2020 года. Для того, чтобы индивидуальный предприниматель имел возможность применять ПСН, необходимо подать заявление в срок не позднее 18 декабря 2020 года. Если индивидуальный предприниматель хочет и подходит под применение налога на профессиональный доход, зарегистрироваться в мобильном приложении в качестве индивидуального, в качестве плательщика НПД, он может не позднее 1 января 2021 года. Скажите, пожалуйста, а существуют ли какие-то специальные мобильные приложения вот для этого, чтобы не ходить, не стоять в очереди, а или, может быть, через госуслуги как-то это сделать, или через мобильное приложение, чтобы как вы подать сказали? Заявление? Совершенно подать верно. Заявление можно любым удобным способом. Можно через личный кабинет индивидуального предпринимателя. Можно по ТКС, можно отправить почтой на бумажном носителе. В общем-то, любым удобным способом это заявление можно направить. Или просто прийти в свою налоговую, да, и все это сделать. Да, совершенно верно. То есть заявить о себе, прийти и сказать, да, даже просто спросить специалистов по горячей линии. Я индивидуальный предприниматель, вот год подходит к концу, что мне нужно сделать? И просто нужно иметь активную гражданскую позицию. Правильно, да, я понимаю? Совершенно верно, да. И понимать, что если вы не подадите заявление на применение специальных налоговых режимов, статус налогоплательщика ЕНВД с вас будет снят в любом случае в автоматическом порядке, и вы будете применять общую систему налогообложения. То есть обязательно нужно уведомить налогоплательщику налоговый орган о снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД? О снятии с учета вот как раз уведомлять не надо, нужно. Потому что все это произойдет в автоматическом режиме, потому что происходит именно прекращение системы как таковой. Угу. В общем, вот. А подать заявление о применении специальных налоговых режимов, конечно, нужно. Расскажите про альтернативу вот как раз системы налогообложения в виде ЕНВД. Ну, про альтернативные системы, в общем-то, я их все озвучила. И для каждого налогоплательщика они будут свои. То есть это упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога, патентная система налогообложения и налог на профессиональный доход. Хорошо. А в таком случае, когда какая установлена ставка при применении данного специального налогового режима? Ну, если мы говорим, перешли уже к режиму налог на профессиональный доход, то ставка у нас очень маленькая и составляет 4 или 6% в зависимости от того,
кому подходит этот режим. В зависимости от того, как кому оказываются услуги в рамках данного режима. Если физическим лицам это 4%, если юридическим лицам это 6%. Но, наверное, нужно еще сказать, что кто имеет право применять Конечно. Этот специальный налоговый режим. Этот специальный налоговый на режим... На кого он рассчитан, да, проще говоря? Да, он рассчитан на физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые не имеют наемных работников и которые сами себя обеспечивают работой. Так называемая категория самозанятых. То есть, которые оказывают услуги как физическим и юридическим лицам, либо выполняют работы этим же категориям, либо производят товары и реализуют товары, то есть собственного изготовления. Гульнара Римовна, а зачем же вот самозанятым себя регистрировать в качестве вот как раз самозанятых? Работает человек себе спокойно, получает доход, не нужно никому отчитываться, платить. Вот какие преимущества, если они сами зарегистрируются как самозанятые? Ну, в общем-то, если вы не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя и не имеете статуса самозанятого, то по большому счету вы осуществляете незаконную предпринимательскую деятельность. Mm-hmm. В общем-то, и для этого, и это, конечно, влечет за собой тоже определенные последствия в виде штрафов. В том числе, наверное, да, административные. Да. В том числе и административные. Собственно говоря, этот налоговый режим был введен для того, чтобы позволить легализовать гражданам в добровольном порядке получаемый ими доход в наиболее выгодных для себя условиях. Этот налоговый режим реализован полностью в цифровой среде. То есть для того, чтобы его применять, не нужно идти в налоговый орган, не нужно направлять никаких заявлений. То есть это все можно сделать через мобильное приложение, либо через сайт налоговой службы, опять-таки, веб-кабинет, личный кабинет плательщика НПД. Это первое. Второе. При применении этого специального налогового режима не требуется ни введения никакой налоговой отчетности. То есть документацию никакой Нет, дополнительной вести не нужно? Ни представления никаких деклараций. Он очень удобен тем, что вы получаете доход, заносите его в мобильное приложение и в автоматическом режиме вам исчисляется налог, приходит вам уведомление о том, в какой срок вы должны его уплатить. Так как можно зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход? Ну, как вот я сказала, способов несколько. Самое удобное, наверное, это скачать на свое мобильное устройство, либо телефон, либо планшет, смартфон, мобильное приложение, которое называется «Мой налог». Второй способ – это через веб-кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. И третий способ, он удобен для тех, кто осуществляет свои услуги через агрегаторов. Можно их использовать в качестве регистрации. А вот те люди, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, каким видом деятельности они занимаются, самозанятые граждане? Ну, в основном. У нас категория самозанятых граждан занимается очень множеством видом деятельности. Самое основное, надо сказать, что к категориям самозанятых нельзя отнести тех, кто занимается перепродажей. То есть этот режим не подходит для тех, кто купил и продал. Это режим не для них. Это режим для тех, кто печет торты. Ну, оказывает какие-то услуги, грубо говоря. Оказывает какие-то услуги. Ну, опять, для того, чтобы испечь торт, он его должен изготовить. Конечно. То есть, опять, изготавливает продукцию собственного производства. Да, оказывает таксисты, кондитеры, парикмахеры, визажисты, организаторы праздников. То есть сфера совершенно пока у нас законодательством не ограничена. Самое главное ограничение у вас, вы должны быть одни, то есть у вас не должны быть наемных работников. И еще есть ограничение по видам дохода. То есть этот режим у нас подходит для, я его называю, микробизнеса, когда сумма годового дохода не превышает 2 миллиона 400 тысяч. Хорошо, а если человек, ну, к примеру, самозанятый, 3 месяца поработал, месяц отдохнул, вот каким образом здесь показывать свои налоги и свой доход? Такая ситуация вполне возможна. Удобство этого режима, даже в отличие от ЕНВД, да, заключается в том, что налог вы будете платить только с того дохода, который получите. Получим. Да, и если в каком-то определенном месяце, там,
там квартале, полугодие вы доход не получаете, соответственно, вы его не направляете, сведения о доходе, в налоговую службу, и, соответственно, налог вам не начисляется. При этом вы можете спокойно находиться в статусе плательщика НПД и ждать следующего своего дохода. Через это мобильное приложение каждый день нужно будет учитывать и отчитываться о своем доходе, либо это периодичность раз в месяц? Нет, все зависит от того, с какой периодичностью вы будете получать доход. Если вы его получаете каждый день, конечно, в этот же день вы должны сформировать чек, отправить его покупателю с помощью, опять-таки, мобильного приложения и занести информацию о доходе в мобильное приложение. Если вы, допустим, получаете доход раз в месяц, то, соответственно, раз в месяц и все будет у вас отражаться. Вы сказали сформировать чек и отправить его покупателю. Ну, к примеру, самозанятый гражданин, вот как вы сказали, печет торты. Отправил торт, отправил чек. Так человек, который получил и продукцию, а чек ему зачем? Что дает он этот именно чек? Ну, пока для покупателя чек, в общем-то, ну, наверное, говорит только о том, что он... получил качественный продукт. Да, ну, возможно, не то, что качественный продукт. Он, по крайней мере, купил этот торт у легализованного гражданина, который, в общем-то, не вот тебе где-то из-под полы все это делает, а он зарегистрирован. То есть качество продукции, я думаю, что... Все-таки, если вы у того гражданина, который зарегистрирован у нас в качестве предпринимателя, пусть даже таким способом, все-таки спокойствие у покупателя должно быть больше. Вот. А для... Опять-таки, это если физическое лицо. А если он будет оказывать услуги юридическому лицу... Это будет не один, а несколько, допустим, объемов. Да, то получается, что юридическое лицо имеет право этот... эту продукцию, ну, пусть это будет не торт, а какой-то более производственный, да, вид товара, имеет право учесть у себя в расходах на основании чека самозанятого. Хорошо, а какие есть ограничения для применения как раз вот этого налога на профессиональный доход? Ну, об основных ограничениях, в общем-то, я уже сказала. Повторите. Да, конечно, я повторю. Это у нас сумма дохода не должна превышать 2 400 000 в год. У индивидуального предпринимателя, либо у физического лица не должно быть наемных работников, не имеют права применять этот налог, этот режим те, кто занимается перепродажей товаров. И при осуществлении посреднической агентской деятельности этот режим тоже не применим. Ну вот необходимо ли предоставлять в таком случае декларацию в налоговый орган в связи как раз с применением специального налогового режима налог на профессиональный доход? Декларации не представляются никакие. Единственное, нужно тут задача своевременно сформировать чек и отправить его покупателю и внести сумму дохода в мобильное приложение, то есть в день расчетов, и не забыть уплатить налог, о котором, в общем, мобильное приложение вам о сроке уплаты тоже напомнит. А вот самозанятый себе никакие налоги в конце года, в начале года следующего не возвращает? Ну, вот как это бывает с физическими лицами? Нет, да, у нас возврат налога предусмотрен для НДФЛ, налога на доходы физических лиц. Самозанятые такой возможности не имеют, потому что это другой вид дохода, и возвратов нет. Но вот тут вот необходимо... Какие-то преимущества хочется озвучить, я вам скажу, пожалуйста, немножко о преимуществах. Это, во-первых, в 2020 году, вот в наших сложных экономических условиях, да, в связи с распространением пандемии, было принято такое решение, что налогоплательщикам, тем, кто уже зарегистрирован в качестве плательщиков НПД, или тем, кто зарегистрируется до конца 2020 года, предоставлен так называемый налоговый бонус в размере 1 МРОТ, это около 12 тысяч рублей. И, собственно говоря, если ваш налог в течение 2020 года не превысит 12 тысяч рублей, то в течение 2020 года налог, в принципе, не уплачивается. Налоговый бонус, он есть и дальше. Он в размере 10 тысяч рублей. Это как налоговый капитал на развитие бизнеса, но он в определенной...
пропорции уменьшают сумму исчисленного налога за каждый период. А вот то, что налог полностью не уплачивается в 2020 году, это было принято такое решение вот в наших сложных условиях, в которых мы сейчас живем, будет действовать до конца 2020 года. А как можно узнать, подходит ли твоя деятельность вот как раз под категорию самозанятых? Ну, все у нас прописано в законе 422 ФЗ. На сайте ФНС России есть специальная тоже, скажем раздел, рубрика, которая касается налога на профессиональный доход. Можно обратиться в налоговый орган, если вы в чем-то сомневаетесь. Но по большому счету особых ограничений, кроме тех, вот, которые я назвала, для применения НПД нет. Вы сказали, что если самозанятый не заявит о себе в налоговую службу, то влекутся административные санкции, нарушения, там, штрафы и так далее. А каким образом налоговая это выявляет вот этих нарушителей? И выявит ли она их? На данный момент вот задача у нас не стоит в выявлении. На данный момент мы делаем все все усилия на то, чтобы объяснить людям, да, насколько это выгодно, просто и удобно. Вот слоган этого всего эксперимента, да, это просто выгодно, удобно. Хотим в настоящий момент времени, чтобы люди все-таки сами оценили и вышли из тени, и начали осуществлять свою деятельность уже в легальном поле, со всеми вытекающими отсюда последствиями тоже. А давайте вот мы разберем. Вы сказали такую хорошую фразу, на мой взгляд. Выгодно, удобно и... Просто. Просто выгодно, хорошо, удобно. Просто выгодно, удобно. Вот давайте с точки зрения самого налогоплательщика. Просто. Почему ему просто? Просто потому, что не нужно нигде регистрироваться, не нужно вести никакую отчетность, не нужно никуда ходить. Хорошо. Выгодно. Выгодно. Очень низкие налоговые ставки. Это раз. Во-вторых, он имеет возможность сформировать справку о своих доходах и получить, и предъявить его в банк для получения, допустим, ипотечного кредита. Угу. Да. Ну и опять-таки выгодно. К нему не будут применены санкции, если вдруг обнаружится, что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Ну и удобно. Ну, удобно. Мобильное приложение, да. Потому что все удобно. Ну и давайте эти тезисы, конечно, еще сформируем для налоговой. Вам это тоже просто выгодно, удобно? Да, и нам тоже, в общем-то. Ну, во-первых, конечно, введение новых режимов, новых налогов, они всегда в определенной степени и фискальную цель, конечно, преследуют, да. И поступление налогов от той категории граждан, которые у нас до сих пор были в тени, они все-таки имеют место быть. Это раз. Во-вторых, просто потому что налоговый орган тоже не предпринимает никаких усилий с целью администрирования не этого. Не отвлекается, да, своей деятельности на вот еще и эту работу. Да, потому что все это происходит в автоматическом режиме, начисление налогов и уплаты. Мы просто ведем вот карточки учета с бюджетом, чтобы ничего там не упустить. Конечно, если налог будет не уплачен своевременно в сроки установленные, налоговый орган будет предпринимать обычные меры взыскания, которые у нас предпринимаются. Хорошо, а вот должен ли самозанятый налогоплательщик использовать контрольно-кассовую технику? Вот нет, не вот должен. Тоже нет, да. Вот тоже удобно. Да? Вот про это я забыла, собственно говоря, сказать, да, потому что функцию контрольно-кассовой техники у нас выполняет то же самое мобильное приложение. Я не зря на протяжении всего нашего разговора говорила сформировать чек в мобильном приложении, потому что функцию кассы заменяет мобильное приложение. А вот уплачиваются ли обязательные страховые взносы при применении данного специального режима? Тоже нет. Тоже нет. Тоже нет, да. Потому что даже индивидуальный предприниматель, если он находится в статусе плательщика НПД, страховые взносы не уплачивают. Они могут уплачиваться, если физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, он думает о будущем, да, думает о своей пенсии. Они могут уплачиваться в добровольном порядке путем заключения индивидуального договора с пенсионным фондом. И возможность заключения этого индивидуального договора также предусмотрена этим мобильным приложением. Ну вот, кстати, режим для самозанятых действует с начала года. А вот сколько физических лиц уже зарегистрировано в Самарской области в качестве самозанятых? Ну, проще говоря, сколько вам доверили, сколько вам поверили? Да, сколько? Ну, я бы не сказала, что цифры у нас маленькие. В общем-то, в начале года мы даже думали, что как бы нам вот
свою работу организовать для того, чтобы вот объяснить, рассказать. И в начале года активно, в общем-то, мы этим и занимались. Но вот опять-таки в связи с развитием вот этой вот ситуации, связанной с коронавирусом, мы немножечко, конечно, вот все вот эти открытые мероприятия проводить... Ну, стали в меньшем количестве, но по телефону мы всегда всех консультировали, на телевидении выступали, в газетах публиковали. И, собственно говоря, результатом этой работы стала регистрация наших граждан, наших соотечественников в качестве плательщиков этого налога на профессиональный доход. Вот на сегодняшний день, буквально вот свежие цифры, уже более 26 тысяч у нас по Самарской области физических лиц зарегистрированы в качестве плательщиков НПД. И цифры уже близятся к 27. Отлично. Ну что ж, Гульнара Римовна, подводя итог нашей программы, наверное, стоит обратиться к налогоплательщикам, вот к тем юридическим, в первую очередь, лицам в связи с отменой ЕНВД. Что нужно сделать, пожалуйста, повторите. Ну и озвучьте, конечно, еще плюсы для самозанятых, если они себя зарегистрируют в статусе такого вида налогоплательщиков, пожалуйста. Ну, во-первых, не забыть для тех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые сейчас применяют систему налогообложения в виде ЕНВД, они должны в обязательном порядке до конца года определиться с выбором системы налогообложения. Либо они останутся на общем режиме налогообложения, тогда никаких не останутся, а будут применять с 1 января 2021 года, тогда никаких заявлений подавать в налоговый орган не надо, либо они будут применять специальный как налоговый режим, один из которых у нас имеет место быть. И тогда для этого нужно в те сроки, которые я озвучила, подать заявление о применении специального налогового режима. Вот. А самозанятых всех призываю выйти из тени, обращаться к... Если есть вопросы, обращаться либо в налоговый орган, либо в Министерство экономического развития Самарской области тоже у нас активно занимается этим вопросом, с тем, чтобы мы вам еще раз объяснили, насколько это просто, выгодно и удобно. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну а в любом случае выбор, конечно же, за вами. Всего хорошего. До свидания. До свидания.